Так, а он стоит 850. Так, мне нужно срочно вот сюда второго поставить. Обычно 2, 3, бывает 5. Во, босс вывалился. И причем очень лучше бы он вначале вывалился. Так, ну чё, куда еще воткнем? Па-па-па-па-па-па. Бенчик, друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня в свой любимый Roblox Tower Battles я хочу затестить Тубера, он же Табер, он же гранатометчик, базутчик, ракетометчик и так далее. Так, а он стоит 850, мне пока не хватает, мне нужно подождать, сейчас волна пойдет и принесет еще маленько денег, все, и втыкаем его. Короче, это юнит, который стреляет сплэш уроном, то есть... Он стреляет из базуки, очень редко стреляет, между прочим, но редко, но метко, как говорится. Стреляет с сплэш уроном, атака у него 8 единиц, и сплэш урон в 2 раза меньше. То есть соседних юнитов он снимает по 4. То есть атака 8, а сплэш урон 4. Это на первом уровне. То есть это такой, в принципе, как эльф, но у эльфа радиус обзора поменьше, примерно вот такой где-то. Но он эльф и подешевле, стоит 400 всего. Но и у эльфа атака всего 2. И эльф дается только за ивент. А табера можно просто так купить. Так, а мне нужно срочно поставить. Этот шустренький проскочил. Видите, из-за того, что он редко очень стреляет. Шустрые вот эти спиди, которые быстро булочками своими шевелят. Он проскочил один. Печалька. Так, мне нужно срочно вот сюда второго поставить. Так. Вот сюда куда-то. Я могу на дорожку, не могу хотя бы. Вот, вот так вот, все. Второго я сейчас максимальное количество от них нужно будет воткнуть. В общем, какие его характеристики по левелам, по уровням. Первый табер первого уровня наносит 4 урона и сплэш. А, 8 урона и сплэш 4, да. На втором уровне ап стоит 320, который у него увеличивается радиус обзора. На третьем уровне он начинает уже видеть хайденов, то есть этих ниндзя скрытых, которые черные бегут. На четвертом у него радиус взрыва увеличивается, радиус обзора увеличивается и атака становится в 2 раза больше, уже 16, а сплэш урон 8. И на пятом уровне, там 5000, по-моему, стоит ап этот, 5600, если не ошибаюсь. Атака становится 60, основная, и сплэш урон 30. Еще радиус сплэш вот это тоже увеличивается. Ну вот, примерно как-то так. Будем сейчас пробовать смотреть, сколько я смогу затащить чисто одними таберами. Мне кажется, волн 10 я должен продержаться. Сейчас пойдет босс на 8 волне, у которого будет 180 жизней. Его, может, там и завалим. Но вот дальше, когда некромантер пойдет, а тем более на 17 волне, когда пойдет босс уже второго уровня, у которого 1600 жизней, то его, мне кажется, мы точно не завалим уже. Потому что, к сожалению, мы стреляем очень редко и не такой большой урон. Короче, табера нужно брать помощь, например, на фазеру. Фазер очень хорошо стреляет по одной цели. Миниганщику, риоганеру, они все стреляют по одной цели. Они хорошо справляются с боссами. Но для того, чтобы зачищать вот такую вот мелочь, которую мелочь идет очень плотничком, ее очень много. Лучше всего брать сплэш урон. Это мортира, табер, эльф, ну и так далее. Как бы вот мортира очень хорошо тоже, кстати, справляется с мелочевкой с этой. Но я обычно эльфа беру, потому что эльф очень дешевый. Так, 1000 уже, да, у нас? И 8 волна, сейчас пойдет босс. Босс первого уровня, у которого 180 жизней. Так, быстренько куда поставить? А, давайте, наверное, вот сюда и поставим второго, да. Здесь у нас двое и здесь двое. Вон у нас идет, да, первый босс, 180 жизней. Да, все правильно, первый босс, 180 жизней. Глянем, что там у нас у соседа творится. А все по классике, фермы и джипы, окей. Фермы и джипы. Не, ну понятно, что мы проиграем, но мне чисто интересно, сколько можно продержаться одними таберами. Мне кажется, волна 12-13 будет для меня последняя. Ну, не знаю, глянем. Так, босс идет, что там у босса? У мамочки, а босс-то вообще еще весь нулевенький. Только вот сейчас мы начали стрелять по нем. Так, а между прочим, я могу что уже? Пятого поставить, табера. Окей, табер. Куда? Сюда может его воткнуть. Не, давайте пока вот сюда, потом следующее вот сюда. Вот так будем ставить, как можно дальше. А так отдалять, чтобы как можно больше мы захватывали вот этих вот наших дорожек.
Вот, всегда сосредотачивать нужно в центре вот здесь. Вот здесь. Потом уже можно будет мне поставить, наверное, вот сюда, чтобы вот этот угол закрыть. Ну, в принципе, можно вот сюда попробовать, чтобы вот так вот. Ну, здесь немного их, если бы они вот до сюда как-то шли еще. И потом буду ставить вот в этот угол, чтобы закрыть вот эти две дорожки. Ну, вот такой план у нас. Так, ну что, двое здесь пускай стоит. Давайте еще двое пускай стоят, а мы поставим вот сюда, по центру. Все, здесь четверо и там двое. Короче, в сумме 6. Да, вроде правильно без калькулятора сосчитал. Вот, а у него уже миниганчик, кстати, тоже правильно в центр поставил, чтобы максимально закрывать все. Даже можно было, наверное, сюда чуть-чуть повыше. Так, Хайденов у него валит. Мамочки, Хайдены-то сейчас пойдут, а мне-то Хайденов-то некому валить. Мне нужно срочно было проапать. И 800 очки не хватает на очки, надо быстро-быстро купить. За 800 сейчас трое пройдет, 30. А, нет, у них по чуть-чуть осталось жизни. 2, 2, 14, короче, я сейчас потеряю. Забыл я. Они же не видят Хайденов, да. Единственный способ убить Хайденов, когда они их не видят, когда они стреляют по видимым боссам. Ну, по обычным юнитам, когда стреляют. И рядом пробегает Хайден, то его может сплэш уроном зацепить. Вот так мы их половина там и завалили. Между прочим, у меня осталось уже 77 жизней, да. 77 осталось хитпоинтов. Так, ладно, давайте я проапгрейжу табера этого, чтобы он видел теперь Хайденов. Все, купили ему очки, где он там, в очках, да, вон у него. Очки ночного видения, короче. Хотя у нас тут день, солнце, что ты чё? Ну ладно, они все равно не видят их, они то, что шустрые он, и скрытые в ночи. Типа их не видно, а вот он сейчас должен их видеть. Мамочки, их тут двое идут, ну ладно, одного почти убили уже. Но чем сейчас хорошо, босса лучше не убивать, чтобы как можно больше задевало их обычные, которые не видят. Потому что если босса убьем, будет стрелять у нас только вот этот один. Так, все, вот у нас один он стрелять сейчас должен. Да, все правильно, вот он один стреляет. Сплэшем 4 он задевает. Вот было 10, стало... Ну давай, еще один выстрел! Есть, успели. Так, а что теперь? Еще парочку воткнем, да? Давайте еще воткнем. Раз. Два. И куда еще воткнуть, даже пока не знаю. Что, может тогда сюда им помощь еще одного воткнуть? Мне надо, чтобы как можно больше не закрывали. Да, вот сюда вот раз воткнем. Потом, наверное, вот сюда. И потом, конечно, я попробую проапать его на 5 уровень. Но я сомневаюсь, что мне хватит денег, сил и жизни. О, уже 14-я волна. Нормально мы продержались. Я думал, только смогу около 10-13 волн продержаться. Нет, все-таки я успел до 14-й дожить. Это хорошо. Так, что эту мелочевку мы раскатаем? Босс 80 остался, а у этого 130. Не, ну они еще только идут, это нормально. Я больше всего переживаю за 17-ю волну. На 17-й волне пойдет босс 2-го уровня, у которого будет 1600 жизней. Вот там будет больно. Ладно, пока не идут, глянем, что у соседа. О, так там уже и Файзер. И миниганчик. Тут у него все в ажуре вообще. Но у него, правда, неким валить этот. Сплэш уроном, то есть те, кто идут в толпу. Ну, джип справляется более-менее с ними. Так, 15-я волна. Идут у нас эти мистери, которые будут сейчас спавнить кого-то нехорошего. Самое главное, чтобы они немного наспавнили боссов. Так, не босс, это хорошо. Хайден, ладно. Еще Хайден, нормуль. Слоу 16, нормально. Нормуль. О, мне пока тут повезет. Самое главное, чтобы боссов не было. Так. Все нормуль. Обычно 2, 3, бывает 5. О, босс вывалился. И причем очень лучше бы он в начале вывалился. Если он в самом конце вывалился, из-за этого будет тяжеловато. Давай. Остальных-то убиваем быстренько. О, уже второй босс. Ну что, должен 16-ю волну затащить. Так, одного босса раскатали, нормуль. Так, 3 босса у нас, короче, вылезло. Ну-ка, напрягли булочки. Так, а у него сколько там боссов? Да у него там миниганчики, да у них уже все. Файзер с миниганчиком свое дело сделали. Так. Ну-ка, у этого осталось
Так, а я же могу еще парочку воткнуть, да? Давайте вот сюда в уголок воткнем. Максимально, чтобы нам здесь закрывать. Ну что, куда? Вот сюда может как-то. Или вот сюда. Наверное, давайте вот так вот. Раз. И вот так вот. Блин, даже не знаю, куда воткнуть. О, давайте я поставлю его здесь вот сзади. И его попробую проапгрейдить. Так, чтобы он, во-первых, вот этот у нас верхушку закрывал. Раз, два, вот, все, верхушку он закрывает. Теперь за 1800 постараюсь накопить ему на РПГ. Так, это у него пока типа такой, какая-то, не знаю, базука. А мы ему купим РПГ, наверное, чтобы такая появилась ракета у него. Так, 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 Хайдена валим, боссов тоже начнем валить. Вот, все, как я и говорил, на 17 волне у нас идет босс 2 уровня. 1600 жизней, обалдешечки. Вот здесь я сомневаюсь, что мы сможем его затащить. Я сейчас максимально, конечно, проапаю. Сейчас вот этого табера еще. Либо, может быть, лучше... У него атака будет всего 16. Может, мне лучше парочку поставить их? Вот даже не знаю, не знаю. Давайте-ка я лучше еще их поставлю. Раз. Максимальное количество... Так, денег не хватает. Еще, еще, еще. Сотню. 70. 50. И все, еще ставим одного бенчик. Так, 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 так. Ну, конечно, на 5 уровень не успею проапать его. Даже на 4 не успею проапать. Потому что атака будет всего в 2 раза больше, а стоит в 2,5 раза дороже. Можно, кстати, было его и не апать-то на 2, наверное, и на 3 уровень. Ну, ладно. Так, ну что, куда еще воткнем? Па-па-па-па-па-па. Давайте вот сюда, потому что сейчас он до сюда пойдет. 1300, обалдеть. Он прошел уже половину, а жизни у него 1300, еще офигеть. Ну-ка, у соседа как дела? А, все уже, раскатанный он. Ха-ха, у него босс уже давно раскатанный. Ну понятно, фазер-то хорошо нажег. Миниганчик настрелял. Нам-то будет тяжелее. 1000 осталось. Так, 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 еще могу одного поставить. Так, не могу. Но я что могу сделать? Я могу здесь быстренько продать и вот сюда быстренько воткнуть. Вот так вот. Хотя бы как-то так. 800. Не-не-не-не-не. Так, продаем здесь и быстро-быстро-быстро-быстро ставим вот сюда. 600. Продаем вот здесь. Ой, мать, зачем я его апнул? Так, 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 так. И куда? И вот сюда. Ну и что, 300 осталось? Не, все. Канашечки-какашечки. Так, так, так. Ну, максимально еще вот так попробовать проапать. Ну, все, что мог, я сделал. У него осталось 180. Нет, не успеют они ему сотню настрелять, не успеют. Короче, 19-я волна, это максимум, докуда я смог дойти. 19-ю мы не затащили. 100 осталось, ну, в принципе, чуть-чуть. Если бы здесь я еще был живой... 96, да, 19-я волна. Одними таберами я смог дойти до 19-й волны. И то, кстати, неплохо. Я думал, максимум где-то 13-я, 15-я. Даже не знал, что 17-ю. Ну, 17-ю, кстати, мы и не затащили. Этот босс шел как раз с 17-й волны. Пока он шел, уже дошло до 19-й. Все, друзья, в принципе, я со своей задачей справился. Я затестил чисто одного табера и посмотрел, на что он способен. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся на просторах Роблокса.